все остальное. Антон из беговой команды делал сегодня трассу. Давай, Антон, расскажи нам. Лидер, я, честно, тоже не знаю. Да, трасса размечена фишками оранжевыми, вот такими. Посмотрите. Значит, сначала все равно я расскажу, как бежать. Значит, сначала мы бежим прямо, спускаемся вниз. Там буду я стоять. Мы... Да, буду я стоять. Будет я стоять вот самая большая маленькую оранжевая фишка Евгений. Да, значит... Это все помогало, и для того, чтобы она могла ходить, могла жить полноценной жизнью, ей нужно проходить регулярно раз в 2-3 месяца курсы реабилитации в социальном центре. Это стоит под 200 тысяч. Часть денег они собирают сами, часть по людям, но в том числе мы уже несколько раз помогали. И вот сейчас как раз так совпало, что в данный момент они нуждаются в сборе. Вот, всем на дистанции удачи, давайте без... На финише не забывайте говорить свой номер и, соответственно, время. Нет, это не на финише, это номер, это не на финише. Давайте, на старт, внимание, мать. Перевались как могли, все с термосами были, соответственно, ну, у кого-то там, да, у кого-то ЗОЖ, у кого-то не ЗОЖ, у кого-то в термосе там что-то подлито было, ну, не у меня, конечно, у ребят. Спасибо, Иван. Спасибо вам, Михаил.